Наедине с холодной водой в разгар распространения коронавирусной инфекции останутся жилые дома, поликлиники и больницы. Как заверили в ресурсоснабжающей организации, таким образом городские сети готовятся к следующему осенне-зимнему периоду, а отключение горячей воды для каждого отдельного дома займет не больше 3 дней. График и адреса уже на нашем сайте volgograd1.tv. Иван Богданов, телеканал «Волгоград-1».